Добро пожаловать на канал Hardress. Это инфоперед. Нами находятся часы Huawei Band 9. И сейчас я покажу вам, как отключить данные часы от Android-устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение Huawei Health. Выбираем здесь устройство. Далее выбираем наше подключенное устройство. И нажимаем на 4 точки в правом верхнем углу. Нажимаем «Отмена сопряжения». Нажимаем «Отменить сопряжение». Теперь переходим в настройки Bluetooth и смотрим, если у нас здесь есть в ранее подключенных устройствах наше устройство, то его нужно будет удалить. Но, скорее всего, его просто не будет здесь. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.